Сегодня предлагаю испечь традиционный португальский хлеб «Пау Алентежано». Этот хлеб является традиционным для южного региона Португалии Алентежу. Испечем его по рецепту из вот этой книги, которую я приобрела во время путешествия в Португалию несколько месяцев назад. Одним из авторов этой книги является Моет Барбов, известная французская ученая-антрополог. Пау Алентежу характерен своей специфической формой в виде ботинка. Такая форма известна также и в других хлебах, например, пане де Альтамура в Италии и плие бретон во Франции. Причиной такой формы была практика того, что раньше хлеб выпекали в общих коммунальных печах. И для того, чтобы сэкономить место, хлеб просто складывали вдвое. На этих фотографиях вы видите хлеб, который я купила в Лиссабоне на рынке. Ингредиенты для Пау Алентежу незатейливы. Нам понадобится пшеничная мука с процентом белка примерно 11,5%, вода, соль, закваска или спелое тесто. При использовании закваски 100% влажности возьмите для этого рецепта 500 граммов муки. А если вы используете спелое тесто, как я, то возьмите 450. Замесите тесто средней консистенции, его влажность будет около 60%, и оставьте на брожение на 2 часа. При необходимости можно сделать 1-2 складывания. В прошествии 2 часов вывалите тесто на припыленную мукой поверхность и сформируйте продолговатую заготовку. Выложите заготовку в корзину для расстойки или просто в чашу, которую выложите кухонным полотенцем. Оставьте еще раз на пару часов на расстойку. Выложите заготовку на присыпанную мукой поверхность и сформируйте хлеб. Это делается очень просто. 1/3 часть
заготовки вы просто складываете на нижнюю часть и, вдавливая пальцами, закрепляете, чтобы она осталась там при выпечке. Есть также вариант, когда тесто делится на две части, одну побольше, одну поменьше, и та часть, которая поменьше, просто накладывается на нижнюю часть. То есть есть два варианта формовки этого хлеба. Выпекать первые 10-15 минут при температуре 240 градусов Цельсия с паром, а затем минут 15-20 при температуре 200 градусов без пара. Если вы нашли это видео полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а возможно, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!